Буква «Э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Владельцам этого имени характерно любопытство, а иногда излишняя пронырливость. Они могут занимать руководящие должности. Обладатели этого имени не жадные и относятся к деньгам как к средству достижения цели. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Они излучают внутренний магнетизм, силу и уверенность в себе. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Это прирожденные лидеры, жизненная задача которых – вести других к лучшему будущему. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.